Марио. Решил пробить. Хорошо играет. Удар Менди вытягивается и отбивает удар. Вот и замена. На поле появляется новый игрок. Идет штрафной мяч. Ну, это совсем не точно. Тут он сделал ставку на точность, но удар у него, мягко говоря, не получился. Восемьдесят первая минута. Ничейный счет их не устраивает. Хочется победить. В концовке матча команда снова бежит в атаку. Штанга, момент не закончен. Не всем удается попасть в ворота с такой дистанции, даже по пустым. Этот молодец просто. Вот так у нас складывается концовка матча. Теперь у нас есть и лидер. Это аут. Льорента. Карим Бензема. Отлично играет в отборе. Времени почти не осталось, и нужно сейчас Вот ради таких моментов и нужно смотреть футбол. И не только смотреть, но его еще и комментировать. А каково сейчас болельщикам? Ты только посмотри, что там творится на трибунах. 2-2, у нас снова равенство. Мяч в воротах, они рвутся в следующий дивизион изо всех сил. Да, если не пропустят, то точно там окажутся, а лучше забить еще. Счет 3-2, смотрим дальше. На коротке разыграно. Фрэнки де Йонг. Абиди Пеле с мячом. Фрэнки де Йонг. Из-за боковой мяч будут вводить. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. Мяч у Дани Карвахаль. И на сегодня это все. Мы поздравляем их с переходом в следующий дивизион. Шаг наверх сделан. Теперь нужно...